Идеологическую работу в современных условиях обсуждали в Мозыре на областном семинаре. В рамках мероприятия его участники посетили школу номер 16, Мозырский НПЗ, Мозырь-Соль и драматический театр имени Мележа. В центре внимания идеологического актива области темы актуальные. Среди них формирование у общества понятия информационной гигиены и укрепление патриотического сознания. Большой репортаж с места событий смотрите завтра в вечернем эфире программы «Новости».